Вот и наш мост. Мы приближаемся. М? Не будем терять время. Пошли. Какая же она худая. Если так рассуждать, то погибнут все. Нет, я не допрыгну. Смотри-ка, еще одна плавучая хреновина. Может, мне на ней переплыть? Huh?
Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Клади доску, как они. Готово. Остается придумать, как залезть тебе. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Тут все чисто. Спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Туда залезть. Здесь слишком высоко. Давай осмотримся. Давненько я не пил кофе. Так. Смотри под ноги. Стоп. Сколько же? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Может и нет. Ну, все? Надо проверить еще один этаж. Что проверить? За неделю ни одного щелкуна. Потому что мы работаем тщательно. Давай уже закругляться, ладно? Ладно, пошли. Может, по-хорошему договориться? Перед тем, как обращаться в лагерь.
меня еще сухофрукты есть. Я запомню. Черт. Найдите его! Я иду туда. Как? Проверь в тех комнатах. Полегче! Все нормально, расслабься! Ну все! Go!
это. Расслабься, все под контролем. Черт! Ну, начнем! Эй! За дело! Ничего себе!
О, жуть. Выбрали легкий способ, да? Это нелегко. Но для многих проще, чем ждать щелкуна или охотника. Поверь, это нелегко. Посмотрим, что там. На всякий пожарный. Похоже, тут можно пройти. Тут узковато, но пролезем. Ладно. Лучше найди, за что ухватиться. Ну, вперед! Ладно. Вперед! Thank you.
Похоже, то самое. Кажется, туда я не заглядывал. Как бы обойти эти ворота? Может, за тем проходом? Долбаные споры. Твою мать! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Иди. Прошу. Ну вот и все. Главное, Элли.